Грузовой поезд из Китая отправился в четверг в Германию. Ему предстоит преодолеть более 10 тысяч километров между китайским Джанчжоу и немецким Гамбургом через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Время в пути составит 16-18 дней, что на 2 недели быстрее доставки грузов по морю. В 51 контейнере состав перевезет 665 тонн различных товаров – автопокрышки, обувь, одежду и другие. До конца года по этому маршруту проследуют еще 6 составов с грузами на 100 миллионов долларов. В будущем году число грузовых поездов из Джанчжоу до Гамбурга увеличится до 50, а торговый объем составит около 1 миллиард долларов.